Описание представленных МР-томограмм пациента 1987 года рождения от 21 октября 2019 года. Область исследования. Левая большая грудная мышца. При сканировании левой большой грудной мышцы определяется полный разрыв нижнего пучка и частичный разрыв среднего пучка левой большой грудной мышцы в верхней трети. Диаметр разорванного мышечного пучка 45 мм, диастаз до 25 мм. В области разрыва – выпад, зона отека. В зоне сканирования свежие костно-травматические изменения не выявлены, патологические образования не определяются. Заключение. МР-картина полного разрыва нижнего пучка и частичного разрыва среднего пучка левой большой грудной мышцы. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники «Медиус». Ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. У вас серьезная травма. Разорван нижний пучок большой грудной мышцы. И частично разорван средний пучок. Всего таких пучков три. На рисунке мышцы я отметил разрывы черными треугольниками. По факту они чуть выше, чем я отметил, но там уже рисовать неудобно и не так понятно будет. На мой взгляд, операция вам необходима, так как с такой травмой рука, конечно, шевелиться будет, но силы и точности движений не будет. Такие разрывы нуждаются в пластике.